Добрый день. У нас сегодня, Миша, необычная съемка, да, будем? Что мы сегодня будем продавать вместо дома? Хозяйство. Уже дома люди накупляли, правильно? Пора уже хозяйством обзаводиться, дорогие подписчики. Так что здравствуйте, здравствуйте. О, два маленьких тебе тут, да? Да, две девочки. Две девочки? Так, а что ты решил, Михаил, продать? Это вот за сезон твое хозяйство, вырасти у хозяйства трохи, да? Ну, да. Во, вот это во. Да, козочка. Это козочка, да? Да, она покрытая уже все. Покрытая? Да. Когда покрывали-то? В сентябре. В сентябре, сентябрь. Да. Ну, вот где-то уже. Ну, а какие характеристики? Мамка сколько молока дает? Три литра. Три литра, да? Да. Нормально. Ты ей сколько по возрасту? 8 месяцев. Это девочки. Вот. Это мамка там, да? Да. Такая. Ну, мамка такая большеватая. Там средняя осталась. Самую большую соплю он продал. Сколько у тебя в хозяйстве коз? Ну, вон, козлик. Козлик, да? Это такие, ну, козлик, которые рабочие покрываются, да? Да, да, да. Тоже молодые. Интересно такие. Кроликов еще держишь, да? Да. Молодец. Ну, это... А где ты, она утекла уже? Зерно любить. Зерно любить? Да. Куда? Ну, такая вот. Ждет тебя с работы уже, видишь? Это когда ей катиться? Ну, в феврале месяце. В феврале месяце уже будет детки. Ну, а что, курки тоже яйко дают, трохи? Да, это ж вот купили. Докупали, а это купили летом. Чешский доминант. Вот ну, ты, Миша, с хозяйства с детства держишь, да? Да. Так вот тебе нравится это, да? Ну, а куда ждется? Нравится, конечно. Жил люди в городе, скучно было. Скучно, да? Тут хоть заходишь в сарай. Да, хоть веселее, хоть с животными с этими общаемся. Да, так что домов уже накупляли люди дорогие, пора уже и хозяйством обзаводиться, да, получается. Да. Короче, у нас сегодня на продаже вот эта вот козочка покрытая, в феврале ей катится, молоденькая, 8 месяцев. Миша, цена вопроса? Сколько ты дал? Я бы рублей 100 дал бы. Ну, поторгуешься, если человек будет хороший покупатель, да? Можно, конечно. Почему бы и нет, да? 100 без вопросов, да? Никаких вопросов. О, Васька пришел. Здрасте, здрасте. Олег Васильевич, да? Олег Васильевич, да, то есть сам. Приятно. Бородатый, что ты постарел так? Як постарел? На зиму готовлюсь, Дед Мороз. Ты что, обурел, что ли? Дед Мороз, Дед Мороз. Дед Мороз. Як Вася? Нормально все. Как он жив, здоров? Слава Богу, все добро. Слава Богу. А что же ты так обрелся? Ну, я же, мне 75 году, а тебе сколько? Мне 40. 40? Да. Бородатый, бородатый. Ну что, батя, будем козочку эту людям предлагать, да? Гляди на мой голубчик, гляди, она красавица. Ну вот. Такая, да, хорошая. Ну. А как кличка ее? Малышка. Малышка. Малышка зовут. Мы назвали. Она вот того 21 февраля будет ее и вот. Годик, да? А козлик у него тоже, это, ну. Это сестра, а это мой дружочек, он такой вот, прыгай его, вот. Это Чубась. Братик, Чубатый, это да? Братик, вот они, одногодки. А это... козлика тоже будете продавать? Не, пока. Хочешь забирать? Не, ну хай пока побудем, у козы там же он а? Эти. Не, он хороший мальчик. Он... А у меня были такие дурные козлы, бля. А этот ломал. Хороший. А этот молодец, он на дыбы становится. И... Ну и все, ну слава. Куда нормально. Все, на продаже, о, козочка, гляди, то он еще второй раз покрыет. Не дашь это, да? Вот такая козочка кому надо. Все, всем до свидания. Молодец, тоже
Вот. Загоняй, Миша, по сейчас ускочить. Куда ты пошла? Гайди, иди на место. Домой. Иди, о. Так, на место слухаются, куда да? Пошла? Пошла. Ну, тут козы. Козы это такая пошла. Штука, что неуправляемая. Малышка, ну-ка место. Ну, слухаются ж трохи, да? Бардак тут такой, что... Нормально, вон она уже. А это Алиса, старушка. Это Алиса, это ее мама. Это мама, мать. Была Лаша, да, Лашу продали. Все, все хорошо.